принести, это я же не видела, что я завожу. Тут много всего. Там и поесть, и поиграть, и мастер-классы. Сейчас я быстро пройдусь. Макет какой-то тут. Московский транспорт. Небольшая очередь в будни. Там квесты. Посмотрите. Там, в общем, отгадывать нужно какие-то. А вот здесь можно играть, ехать на машинке. Очень, ну, очереди, опять же, очередь. Здесь можно кататься на велосипеде. Здесь выпечка, мороженое. Там для детей квест бесплатная. Здесь мастер-класс. Доги, выпечка, блины, кукуруза, мороженое. Там для всех возрастов. Ого.
Здесь можно водить, типа быть машинистом. Машинистом быть. Если мы успеем, сначала мы тогда пойдем наверх, и сейчас идем туда. Дальше пойдем наверх. А мы представим между первым и вторым. Ну, в общем, классно. Тут детям интересно. Здесь детям интересно. Там много мастер-классов, там дальше тоже. Там что-то и рисуют, и что-то там еще делают. Здесь что интересно. Не видно, ну ладно. Тоже очередь. Ну, небольшая, кстати, очередь. Какая там регистрация, что-то такое там. Ну все, а там вот выход наверх уже туда. Основной павильон манежа.